Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе будем листать каталог Oriflame номер 14, и по традиции мы вместе посмотрим продукцию, которой я сама пользуюсь, и по возможности я все протестирую и скажу вам свои рекомендации. Желаю вам приятного просмотра. Обращаю ваше внимание, если вы хотите посмотреть видео на ускорение, нажмите на кнопку настройки. Если с телефона смотрите, то в правом верхнем углу, если с компьютера, то в правом нижнем углу, и выберите ускорение в 1,5 или 2 раза, чтобы побыстрее посмотреть это видео. Каталог начнет свое действие с 4 октября и закончится 23 октября, ровно 3 недели, и у нас исполняется 45 лет линейки Giordani Gold. Это шикарная люксовая линейка, и в честь этой даты компания выпустила новинку. Это шикарная новая тональная основа. Давайте про нее поподробнее посмотрим. Кстати, у меня будет на канале обзор с этой тональной основой. Она называется гармонизирующая, с эффектом сияния. Очень красивое название. Будет стоить 999 рублей. И обратите внимание, 6 оттенков сияния, идеальный тон кожи, бархатистый, защита с SPF 35, средняя плотность покрытия, для чувствительной кожи, не забивает поры. И самое главное, что вы в подарок получаете к этой тональной основе вот такую тушь, тоже Giordani Gold. Она объемная, подкручивающая, с необычной кистью. Если вы любите экспериментировать, то эта кисть вам точно понравится, потому что она вот действительно необычная, никогда такой не пользовалась. К ней несколько раз я красилась, приспособилась, получаются густые, красивые подвернутые реснички, и у нее очень хороший пигмент, то есть она прям черная такая, давайте покажу, черная, хорошо пигментирует, вот она такая вот прям черная чернышка. Классная тушь, она с отличными компонентами ухаживающими, то есть ваши реснички будут становиться еще лучше с каждым днем. При заказе добавьте себе в корзину код 128450, и вы получите набор за 69 рублей. В набор входит новый каталог 15, новый аромат Divine эксклюзив, парфюмерная вода, и 2 пробника тональной основы и крем дневной с Collagen Novage Wrinkle Power. Шикарный крем, кстати, сейчас им пользуюсь. Giordani в этот раз будет очень много и с огромными скидками. Помады с эффектом металлик, 3 оттенка, это новинка, и вернее с эффектом звездного сияния. Это очень красиво должно быть, я бы хотела попробовать такую помаду. Классные насыщенные цвета, как раз для осени, для зимы губы нужно уже поярче. Будет у нас помада кремовая Giordani Gold. Вот такой у нее красивый дизайн, золотистый футляр с рифленым основанием. У меня помада из прошлой коллекции, но я могу сказать, что она мне очень нравится. Она мягкая, легкая, питательная, классно лежит на губах. И, конечно, сама упаковка просто бесподобная, и помада ухаживает отлично за губами. Следующая помада — это жидкая помада эликсир, она с кистью. У меня теплый кашемир, она вот на самом верху. Давайте сравним тон в каталоге и тон у меня на руке, как он будет. У меня на руке более насыщенный. Если сравнить с каталогом, то, конечно, бумага не может передать на 100% оттенок, поэтому мы по возможности все пробуем, все проверяем, как это выглядит. Что скажу про эту помаду? Очень ее люблю. Во-первых, она стойкая, хорошо лежит на губах, она практически не отпечатывается, и если ее накрасить и дать ей время встать, после этого на себя надеваю маску, и она не отпечатывается, и мне это очень нравится. То есть какое-то время она должна вот немножко полежать, подсохнуть, тем более я нанесла толстый слой. И мне очень нравится легкость этой помады и то, что она не сушит губы, она просто прекрасная. Кто пробует, вот все в восторг приходят от этой помады. Обратите внимание, будет карманное зеркальце, очень оригинальное, золотистый футляр, и оно будет у нас с троекратным увеличением и с обычным, то есть с двух сторон будет зеркало. Это очень удобно, просто отличное решение, особенно у кого зрение немножечко, да, как у меня, не очень хорошее, то мне помогают увеличительные всегда зеркала для того, чтобы, например, сделать коррекцию бровей.
это очень важно. Карандаш для бровей 399 рублей, цена каталога, шикарный карандаш. У меня, кстати, он очень давно, его надолго хватает, и если его заточить поострее, просто у меня вот он затупился немножко, моя точилка, кстати, она тоже в этом каталоге будет по акции, то есть и делать можно более тоненькие волоски, а потом переворачиваем, так расчесываем. И если вы где-то переборщили, где-то сделали слишком много, во-первых, чуть-чуть добавляется вот этот объем и пушистость, распределяется сам вот карандаш, и убираются излишки, то есть где нужно нам чуть-чуть вот убрать, мы просто побольше делаем щеточкой, и получается очень красивая бровь. То есть я все время пользуюсь этим карандашиком, но он такой долгоиграющий, мне кажется, он вообще никогда не закончится. Так вот вам бровь нарисую и длинный хвостик, вот так вот. Очень классный карандаш, всем его рекомендую. Дальше идем, у нас будет шикарная подводка маркер, он действительно шикарный, потому что здесь кисть, и ей настолько удобно красить стрелки, особенно если вы не умеете красить стрелки и вам тяжело, например, использовать такую жидкую подводку, то поверьте мне, вот такой вот именно кистью вы накрасите стрелки очень круто и очень быстро. Следующая супер тушь для ресниц. А что в ней супер? Она ощущается как шелк на ресничках, легкая, невесомая, она дает подкручивание и отлично разделяет реснички, то есть они получаются такие воздушные, она не дает большой объем, но при желании, если делать 3-4 слоя, то вы и объем тоже добьетесь, очень большой объем даже. Главное ваше желание, если вы хотите просто легко, чтобы реснички были такие невесомые, один слой, можно два, если нужен прям объем-объем, то делайте 2-3-4 слоя, это очень классная тушь с удобной кистью. Румяна в шариках, это просто легенда Oriflame. Давайте посмотрим, у нас есть и румяна, они вот в таких вот баночках приходят с откручивающимися крышечками. У меня оттенок естественное сияние, где вот тут она будет, вот естественно сияние. Дальше это пудра нежно-розовая в шариках, она дает такое сияние лицу, и лицо выглядит более молодым, оно такое свежее получается, такое красивое. Видите, здесь оттенки используются сиреневый, такой коралловый, золотистый, мятный, белый, и при смешении они делают цветокоррекцию, получается такая ухоженная красивая кожа, просто чудо. И у них нежный-нежный аромат, слегка сладкий такой аромат. Румяна просто бесподобные, они легкие, они натуральные, они дают такой красивый оттенок, что с ними вот точно не переборщить, с ними всегда будет румянец естественный, натуральный, они очень так гармонично встраиваются в тон кожи, особенно если кожа светлая и с ней очень сложно, вот как у меня, сложно подобрать румяна, то конечно этот вариант просто бесподобный. И также есть еще жемчужное сияние, тоже легкое, нежное будет сияние на коже, шикарная кисть, которая прячется под колпачком, то есть она выкручивающаяся, ее очень удобно носить с собой, то есть она герметично закрывается, и у вас не будет возможности ее там испачкать, и вы будете спокойны, что у вас чистая сохраненная кисть. А еще раньше, когда я работала в офисе, мне не хотелось таскать с собой лишнее, я на кисть набирала пудры много, прям набирала, аккуратно ее закрывала, и в течение дня один раз я припудривалась, мне этого было абсолютно достаточно. И также здесь есть специальная антивозрастная основа эликсир под макияж Giordani Gold, она шикарная, она дает свечение кожи изнутри, то есть вы наносите сначала эликсир, даете впитаться, а сверху уже наносите тональную основу, у вас получается кожа будет выглядеть моложе, она будет сиять, а сияние оно всегда убирает примерно 5-8 лет, когда кожа выглядит такой вот здоровой, сияющей, это конечно нам идет как на руку. Аромат Giordani Gold Essence Blossom, вот такой нереально белоцветочный аромат в очень красивом дизайне с золотистой такой крышечкой, как розовое золото, богатый, яркий, насыщенный аромат. Всегда рекомендую сначала заказывать пробник, и сейчас стало очень удобно, у нас под каждым ароматом написано код пробника такой-то, записывайте коды заранее, получайте их, дегустируйте, потому что любой аромат нужно поносить, даже если вы потрете страничку, вы все равно можете не понять до конца аромат, потому что невозможно сюда вот так вот вложить
все богатство аромата, всю его красоту и насыщенность. И обращаю внимание, у нас есть ожерелье Giordani Gold красивое и элегантные часы, очень красивые, оригинальные и классные. Аромат, кстати, очень стойкий, если вы видите, 4 точки закрашены, он действительно очень стойкий, и сейчас его как раз время, осень — это его время, потому что летом он был немного тяжеловатый, а вот когда наступает прохладная погода, все супер. Все ароматы нужно тестировать, неважно, это мужской или женский. Я могу вам рассказать, что мне аромат очень нравится, я от него просто испытываю там экстаз, а вам он может просто элементарно не подойти по каким-то нотам, поэтому всегда заказывайте пробники. Здесь у нас представлена целая коллекция Мисс Giordani с дезодорантом и с парфюмерным лосьоном для тела. Тоже высокая концентрация аромата, и многие его обожают. Кстати, кто берет его один раз и нравится, потом часто у меня перезаказывают этот аромат. Мужской тоже есть Мистер Giordani. Такой классный аромат, он очень сексуальный, и мне нравится, когда в аромате есть ноты цитрусовые, это могут быть любые цитрусы, они в любом случае дают какую-то вот и свежесть, и энергию. Самое главное, что этот аромат точно будет с энергией. Капсулы, восстанавливающие для лица. Здесь концентрат масел, то есть такой микс 6 масел для омоложения кожи. И это очень классные масла. Я частенько заказываю такие капсулы. А здесь у нас будет даже супер цена при заказе на 1500 из этого каталога. Кроме двух продуктов, обратите внимание, то есть сами капсулы не входят, и не входят сама омега-3, потому что и на омегу тоже у нас огромная скидка, и сделав заказ на 1500, вы сможете взять и капсулы, и омегу, то есть скидка, вам не надо делать полторы на это, полторы на это, то есть вы можете взять и то, ни в чем себе не отказывая. Я обязательно буду брать омегу, и даже не одну баночку, скорее всего их будет много в моем заказе. Следующая страничка — тушь, моя любимая, 5 в 1. Мне 5 в 1 нравится любая, неважно, это классика или XXL, потому что эта тушь, она круто укладывает ресницы, у нее тоже черный пигмент, она их разделяет, прочесывает, дает изгиб, укладывает их как театральные реснички веером. Она очень классная, здесь отличная скидка, и даже не нужно делать никаких специальных условий, выполнять, чтобы получить эту тушь с такой огромной скидкой. Далее подводка, как раз я вам ее уже пыталась показать. Я люблю эту подводку, она стойкая и очень удобная кисть. Смотрите, она длинная, и она, смотрите, как двигается красиво. Мы можем такой тоненький хвостик вывести, такой маленький, или сделать толстую стрелку, прижав посильнее, отпускаем. И дорисовываем кончик потом. Шикарная. Она высохнет, и она не стирается. Даже если вы будете от счастья плакать, у вас будут литься слезы, эта подводка не смоется. Она очень хорошо держится. Даже написано, что она водостойкая. Но, кстати, я ее снимаю средством для снятия водостойкой косметики с глаз. Так, где-то оно здесь тоже прячется, или я его забыла. О, я его не взяла. Ну ладно. Хотя оно в этом каталоге с большой скидкой, по-моему. Карандаш для глаз, выкручивающийся на любой вкус. Посмотрите, какая гамма цветов. Можно делать такие классные, экстравагантные мейки. Просто все время быть разной. Вот я, например, это очень люблю. Поэтому у меня всегда разные тени, карандаши. Я считаю, что макияж без карандаша и без теней – это не макияж. То есть мне нужно, чтобы все было просто классно прокрашено, растушевано, стрелочки и реснички. Так вот, выбирайте любой карандаш, будьте спокойны, он классно держится, он мягкий, он легко наносится на кожу век, потому что бывает, карандаши некоторые плохо отдают именно цвет на этой нежной коже. На руке может хорошо прокрасить карандаш, а здесь не очень. Так, туши. У нас есть два варианта. Одна тушь экстремальный объем, это Tremendous, и вторая с эффектом кошачьих глаз. Вот у меня есть тушь с эффектом кошачьих глаз, а у нее огромная кисть, посмотрите, какая она просто бомбическая, и при этом она очень удобная, вот реально, она просто очень удобная, и несмотря на то, что у меня ресницы не длинные, они у меня неудобные, я бы так сказала, я с этой тушью могу
прям с первого раза я накрасила классные ресницы. И за счет того, что здесь вот такой изгиб, если вы видите, как бы как фигура сделана тушь, то есть широко, сужение, опять широко, за счет этого идет большой акцент на внешние реснички. Вот сюда у нас уйдет больше, отдается цвета и массы туши. И когда мы сюда отдаем больше акцента, то глаз автоматически как бы поднимается вверх и становится похожим на разрез кошачьих глаз. Это очень красиво выглядит, прям здорово. Так, тени для глаз. Смотрите, у меня целая палетка. Есть еще там отдельно лежат тени, потому что палетка одна, и я их периодически меняю по качеству. У нас есть матовые оттенки, есть с блеском, на любой вкус. Смотрите, как классно тени будут лежать и без базы хорошо, но если вы воспользуетесь вот таким праймером, вот он, то они, конечно, будут лежать совсем по-другому, потому что праймер, он позволит вам припечатать тени, то есть взять их побольше, давайте так растушуем, и вбить тени в праймер. Они зафиксируются, и они будут очень-очень насыщенные. Извините, забыла кисть, так готовилась. Они будут очень-очень насыщенные. Вот если на сухое место положить, то увидите, то здесь более прозрачно и невесомо. Если мы набиваем на праймер, сейчас я его чуть-чуть растушую, то получается, смотрите, какой вау-эффект. То есть они сразу ярче, сочнее, и они будут долго держаться. И если у вас жирные веки, то вам однозначно нужен праймер для того, чтобы у вас не получился такой эффект, что тени сворачиваются, там собираются, скатываются, впитываются быстро, осыпаются. Однозначно с праймером у вас будет макияж дольше и эффектнее смотреться. А еще мне нравится то, что мы можем собрать свою палитру. Любую, например, вы не любите сиреневые оттенки, зачем они вам нужны? Вы выбираете какие-нибудь коралловые, золотистые, или вы любите, наоборот, холодные цвета, тогда вы берете белые, серые, голубые и так далее. Мне эта идея очень нравится. Всем тоже рекомендую собирать свою палитру, самую удобную. Для бровей волшебная помадка. Кстати, у меня сегодня брови как раз сделаны с помощью этой помадки. Вот так вот мы прокрашиваем бровки. То есть она здорово рисует, вот эта вот помадка на бровях, естественно, где есть волоски. Получается бархатная бровь, такая нежная, невесомая, эффектная, пышная. Я даже не знаю, но это классный продукт, он просто уникальный. Блески для губ. У меня именно такого блеска нет, я брала предыдущие, но у меня есть девочка, которая заказала два блеска, и в этот же день заказала еще такой и такой. Оказалось, что ей очень понравился этот цвет, она сразу заказала повтор. Этот ей не очень подошел, но у нее забрала сразу племяшка, и племяшка заказала еще одну тут же. Говорит, пока есть, а то вдруг что-то будет не так, потому что бывает, что у нас продукцию какую-то снимают с производства. Так вот, смотрите, что здесь интересное. Стойкость до 6 часов, и он действительно стойкий, он классный, такой невесомый. А кстати, про помаду для бровей не сказала, то что здесь три оттенка, я вам показывала коричневый оттенок. Вот это тоже обратите внимание, что у меня именно коричневый цвет, вот такой он. То есть светлый будет светлее намного, а темный будет потемнее. У нас есть два средства для снятия макияжа. Одно как раз со скидкой будет The One, а второе для снятия водостойкого макияжа без скидки. Так вот, я больше люблю это. Оно реально снимает вообще любые макияжи очень быстро и легко. Но не всем оно нравится, потому что оно жирненькое. И когда вы смываете, то вот руки прям чувствуют, вот прям жирненько остается. Но мне это нравится. Я не знаю почему, но мне нравится, что у меня кожа сразу увлажненная, сразу мягкая. Потому что когда я снимаю макияж этим средством или мицеллярной водой, то у меня сразу какая-то вот сухость, и мне хочется быстрее нанести крем для кожи вокруг глаз. Иначе я просто умру, можно сказать так. Мультиактивный бальзам для губ с SPF 15. Это песня просто, какой классный бальзам. У меня оттенок розовый. Классный, он так питает губы, он так за ними ухаживает, он приятненько пахнет. Его нужно брать обязательно. Это даже вот не размышляйте, если у вас сейчас нет бальзамчика, берите, потому что он крутой, очень крутой. Так, далее у нас помада ультрафикс. Это значит, что ваша помада зафиксируется настолько классно, что вы будете с ней 8 часов абсолютно спокойно за свой макияж. У меня три оттенка.
у меня есть на все случаи жизни самый нежный нюдовый, терракотовый, давайте, нюдовый, терракот. Вот смотрите, я просто один раз провожу, вот так же по губам, один раз проводим и все. И красный, вот такой красный. Ну, на руке чуть-чуть по-другому, два раза провожу, как видите. Слушайте, насколько шикарная помада. Я впервые вижу матовую помаду, стойкую при этом, ультра стойкую, которая наносится легко, как, вот знаете, как будто шок по губам. Вот просто, я ее не ощущаю. И она абсолютно мне не сушит губы, но я понимаю, что у всех у нас губы разные. Если вам будет что-то дискомфортно, девчонки, ну реально, просто возьмите вот такой бальзамчик, нанесите его, пусть он напитает ваши губы, промокните салфеткой и нанесите потом ультрафикс. И вы будете вот наслаждаться своими губами целый день. Естественно, если вы поедите горячего жирненького супчика со сметанкой или с майонезиком, да, с запрещенкой, то, конечно, лучше будет удалить помаду и накрасить заново, потому что внутри все равно растворится от горячего. Но я, кстати, пью, когда чай, кофе, не снимается помада, она шикарно держится на губах. Карандаши для губ, роскошные карандаши, но мне мало цветов. То есть мне для моего цвета вообще, можно сказать, нет. Вот у меня есть розовый, летом пользовалась розовым. Есть вот такой шоколад, и кончился, по-моему, совсем кончилась карамелька. Я его смешивала с шоколадом раньше, чтобы как-то найти свой вот средний тот цвет, который мне нужен, как раз такой вот коричневый, а не темный или не слишком светлый. Но карандаши по качеству нереальные, они мне нравятся больше, чем Giordani Gold, кстати. Не обижайтесь на меня, фанаты Giordani Gold, но есть продукты в Oriflame, которые намного дешевле, но они по качеству даже ни капельки не уступают, а бывает, что даже и лучше. Следующая помада, обожаю эту помаду, она называется ультракремовая помада, 5 в одном, вот в таком дизайне. Два оттенка у меня, один мой любимый — розовое дерево. Вот здесь будем пробовать розовое дерево, она кремовая, смотрите, она плотная, она густая, она увлажняет, питает губы, она просто нереальная. А это, по-моему, винный цвет. Красное вино, сейчас, чтобы не ошибиться, посмотрю, код 65, да, это красное вино. Это просто бомба, когда с такой помадой от губ невозможно оторвать глаз просто. Помада мягкая, ну, я не знаю, я люблю эту помаду, особенно вот этот нейтральный цвет, я практически постоянно им пользуюсь. Следующая помада стойкая, у меня такой нет, поэтому буду вам ее показывать, потому что нечего показывать, но помада очень классная. Палитра консилеров, знаете, очень интересный продукт, и долго я с ними разбиралась, как ими пользоваться, что с ними делать, и я остановилась вот на первой палетке. Здесь три оттенка, мне очень нравится. Красноту перекрывает зелененький, розовый перекрывает синеву, а вот этот перекрывает пигментацию. Плотный, классный консилер. Так, давайте вот так покажу. Что это нам надо перекрыть, да? Найти надо где-то вену. Вот тут синяя вена, и я ее розовым перекрываю. Потом даем впитаться, и краешки кисточкой растушевываем, а сверху тональной основой прошлись, и все, у вас следа не останется. Очень крутая штука. Особенно если вы любите повозиться с макияжем, или у вас действительно проблемная кожа, и вам просто необходимо повозиться. Здесь палитра уже более насыщенная, я так понимаю, что это для более темной уже кожи, то есть у меня она не зашла вообще, потому что, ну, слишком видно на моей белой-белой незагорающей коже. А вот эту палетку я иногда использую как корректор, то есть как корректирующая. Видите, здесь какие оттенки темные. И это отличная корректирующая палетка. То есть, если мне надо сделать скульптурирование лица, и я готова посидеть, повозиться, все это потушевать, поделать, то, конечно, это моя просто вот палочка-выручалочка. Другого не дано. Так, смотрите, есть классная кисть, спонж. Спонж, шикарный спонж для нанесения тонального основы, средства. Тональная основа ультрастойкая. Кстати, очень суперски подойдет для всех, кто носит зимой, там, осенью светлую одежду, то есть пуховички, и пачкаются воротники от тональной основы. Это такая более стойкая тональная основа, она классная. И есть у нас увлажняющая тональная основа Aqua Boost.
а я взяла другую, а я взяла, не увидела, что это AquaBoost. Ну, в общем-то, она будет вот в таком футляре. Крутая тональная основа. Чем она интересна? Она тоже достаточно стойкая, SPF 20, 6 оттенков, и она держится хорошо, и при этом лицо выглядит увлажненным, то есть вот такое ощущение, как будто вы коже дали глоток воды свежей. И удобная кисть для нанесения тональной основы, то есть можно носить кистью, можно пальчиками, можно спонжем. Сейчас я ношу спонжем, для меня это самый удобный вариант. Было время, я использовала только кисти. Так, далее праймеры, на них у меня есть отдельное видео, имейте в виду, что это очень удобные праймеры, они прозрачные, вы не будете зеленая и не будете какая-нибудь там белая, они прозрачные, их задача сделать цветокоррекцию. Например, зеленый шикарно уберет красноту, матирующий, соответственно, ваша кожа будет матовой, и он сделает поры менее заметными. Пудра, моя любимая пудра, кстати, если сравнивать с предыдущей пудрой, то это вообще другой продукт, она абсолютно просто крутая, посмотрите, какая она классная. Можно делать макияж просто одной пудрой, потому что она выравнивает лицо и делает его холеным. Можно пользоваться спонжем, есть зеркало, но я пользуюсь кистью, поэтому у меня, видите, тут все запыленное, потому что я кистью набираю, и у меня везде эта пудра летит. Если взять нам вот эту пудру и, например, давайте вот тут вот покажу. Вот смотрите, то есть я ее просто наношу, но кожа должна быть, конечно, увлажненная чуть-чуть, руки у меня суховатые, скорее всего, уже. И вот просто чистая холеная личико появляется, ну, ручка. Так, если сравнить, то видно, что она вот такая бархатная, классная пудра. И по отличной цене в этом каталоге. Далее мои любимчики, хотя я ими не так часто пользуюсь, но, кстати, хайлайтером пользуюсь часто, пользуюсь иногда румяшками, но вот эти штуки, они стики, да, штуки, стики для макияжей, они очень удобные, и одними ими можно сделать целый макияж. Хайлайтер невероятный, он такой сияющий, с розовым подтоном. Корректор хороший, прям такой хороший, коричневый, без рыжего, ни в красноту, ни в рыжий не уходит. И румяна натурального цвета, то есть с ними получается очень естественный, очень красивый макияж. И помните, что когда мы наносим корректирующие средства, то помните, если вы уже нанесли пудру, то вы должны использовать сухие, если вы по влажному, то есть по тональной основе, то как раз нужно использовать кремовые, а уже сверху потом закреплять пудрой. У нас новые аксессуары. Прекрасные, шикарные, золотистая коллекция, косметичка, зеркальце и чехол для кистей. Он будет без кистей, имейте в виду, а то вы подумаете, что вам за 800 рублей дадут чехол и целую кучу, да, кисточек. Нет, ну смотрите, он интересный, у него интересная молния, вот так закрывается не до конца, и он как бы сворачивается книжечкой. Удобно. Косметичка, конечно, шикарная. Она, судя по размерам, она большая, такая вместительная будет. Мне кажется, она будет похожа на розовую такую косметичку, которая у нас тоже недавно была по акции. Для ногтей обожаю наши средства. Вот все они классные, все они работающие, лаки красивейшие. Просто, кстати, если вам интересен мой лак, на ногтях сейчас спрашивают, попробуйте кофейный жемчуг. Скорее всего, он будет аналогом того, что у меня сейчас на ногтях. Дело в том, что у меня лак из прошлой коллекции, остаточки у меня остались, но когда он у меня закончится, я выпишу именно этот оттенок, потому что я думаю, что он ближе всего к этому тону, и очень хочу цветущий клевер. Но это будет попозже. У меня сейчас цель использовать максимально все накопившиеся 70 лаков. Средства, то есть продукты для ухода за ногтями. Кусачки классные, очень удобные, не огромные, как иногда бывает, гигантские, они нормального размера. Удобная пилочка, жидкость для бережного снятия лака, она просто уникальная. Вот такие блестки у меня ни одно средство не снимает. То, что мы купили в фикс-прайсе, в магните, не удаляют. Я просто измучиваюсь. Это же средство просто ваточку приклеила, все наклеила, подержала чуть-чуть, потом беру так все чик-чик-чик-чик. Бывает, где-то по краешку остается, снимаю. Оно просто, ну просто очень крутое, очень крутое. И очень люблю вот это масло. Слово очень сегодня вы будете слышать часто. Масло для кутикулы и ногтей. Шикарно. Вот эта кисточка, я так кручу, и маслице сюда подается. И я потом просто прохожусь вот так вот
вокруг ногтевой пластиночки, и у меня получаются ухоженные, красивые ногти. Так, сыворотку я не брала, поэтому у меня нет отзыва о ней. И мы двигаемся дальше. Очень хвалят BB крем матирующий, говорят, классный продукт. Консилер — это для того, у кого есть желание, да, там убрать темные круги, да, выровнять кожу, скорректировать. И компактная пудра. Помады. Матовая помада серии On Color всего за 99 рублей. Ну, это, мне кажется, это классное предложение. Можно поиграть разными цветами, заказать несколько вариантов и быть в разных образах. Хотите быть нежной — возьмите нюдовую. Хотите быть такой эффектной, смелой — берите более яркие оттенки. В общем-то, с образом можно всегда поиграть. Шикарные тени для век и бровей. Обратите внимание, что в каждой палетке есть два оттенка, которые предназначены для коррекции бровей. Выбирайте тоже на свой вкус, холодные оттенки или более теплые. Есть у нас карандаш для стайлинга бровей, это для того, чтобы зафиксировать брови. У кого они густые, пышные, непослушные, то обязательно нужно использовать такой восковой карандаш. Далее, подводка Кайал для глаз, 219 рублей. Это большой такой толстый карандаш, с которым можно делать толстые стрелки, делать макияж Smoky Eyes. Он, этот цвет очень хорошо тушуется, то есть можно нанести вокруг глаза, растушевать, и у вас будет очень такой яркий, насыщенный макияж. Ну и точилка, которую мы с вами уже смотрели, она классная, удобная, то что есть два варианта — для толстых карандашей и для обычных, и она очень острая и долго-долго служит. А также есть оттеночный гель-уход для бровей и ресниц, который также еще и ухаживает за ресничками и бровями, чтобы они были гуще, чтобы был более насыщенный цвет, а также укладка. И кто, например, вообще не красится, берет такой гель и пользуется только им. Есть у нас также легкое равномерное нанесение, защитная основа под лак и глянцевое покрытие. Ищу его, сама говорю. 159 рублей для того, чтобы или нанести как базу под лак, или зафиксировать как сушку для лака, чтобы быстро высохло все. Так, смотрим, здесь у нас по акциям больше ничего нет. Про сумку я записывала отдельный ролик, вы можете его также посмотреть на канале. Очень интересная классическая сумка, которая будет актуальна осенью особенно, потому что у нее такой приятный оттенок, насыщенный осенний цвет. И классический кошелек, который можно использовать как клатч, потому что у него есть удобная петля, мы можем повесить на руку и носить как клатчик. Обратите внимание, что у нас будет обновление серии Норхен, и чтобы получить дополнительно 30% скидки на любое украшение, то вы можете заказать такое ожерелье оригинальное с розовым кварцем на шнурке за 1199 рублей, и тогда у вас в следующий раз будет скидка большая на украшения. Для наших самых маленьких — мультивитамины и омега-3. Обязательно заботимся о здоровье малышей. Есть батончики для здорового полезного перекуса, витамины, астаксантин, комплексы, морской комплекс для волос и ногтей, пребиотики. Мне очень понравился новый продукт, это питательный коктейль для контроля веса. Очень быстро дает результат, при этом не нужно высчитывать калории, не нужно думать, что приготовить, закупать продукты на диету. Просто один раз в день или два раза в день заменить свою еду на этот коктейль и ничего больше не добавляете, просто смешаете с молочком, и увидите, как быстро у вас будет уходить лишний вес и лишние сантиметры с талии, как вот у меня, например. Увлажняющая энергосыворотка для лица, такая, смотрите, какая брутальная упаковка, стекло, это мужская сыворотка. Есть целая серия — антивозрастной уход Novage для мужчин. Я сама пробовала, потому что у Миши была вся серия, сейчас у него гель закончился, но остались еще сыворотки. Аромат классный, качество супер, такая кожа у Миши стала, просто вот просто красивая кожа, ушли вот эти расширенные поры, жирный блеск, и мне очень нравится, как пахнет после умывания. Также есть комплекс мультивитамины и минералы для мужчин. Здесь целых 60 таблеток на 2 месяца курс приема.
Вау, здесь моя любовь. Начинается серия Novage по уходу за лицом. Почему моя любовь? Потому что этот уход помогает мне не ходить к косметологам, не переживать о том, что моя кожа меняется, стареет и так далее. И у нас появилась шикарная косметичка. Есть отдельный обзор на канале прям специально для этой сумочки, потому что она того стоит. Но сейчас я вам все равно ее покажу. Вот так она устроена внутри, то есть есть специальный крючок, чтобы все повесить, масса кармашков, вот эта вставка съемная, и здесь огромное пространство для того, чтобы сложить весь уход, шампуни, бальзамы, то есть это дорожный шикарный вариант. Вот такая вот она нежно-розовая и с цветочным принтом, таким даже акварельно-цветочным по бокам. И мы можем с вами, кстати, попробовать новую серию. Здесь у нас есть набор пробников, заказывайте, потому что это очень удобно протестировать, прежде чем купить. Итак, новый комплексный уход для уход комфорт, то есть для чувствительной кожи. Какая красивая упаковка. Первое, что мне бросилось в глаза, это новый дизайн, отличается от всей серии Novage, очень значительно отличается, больше похоже уже на серию Novage Procuticals, вот там уже какие-то аналогичные футляры, но это очень нежно выглядит, красиво. Надо пробовать, можно заказывать по отдельности, пенка комфорт, я, кстати, скоро ее попробую, тоже будете смотреть ролики у меня на канале, обратите внимание. Крем для век, да, можно заказывать все по отдельности, но выгоднее заказывать полные комплексы. Я, например, очень люблю комплекс для лица Экологен и Ultimate Lift. Сейчас я как раз пользуюсь Экологен, у меня полный комплекс, кроме сыворотки. Сыворотка у меня еще осталась из комплекса против пигментации, но здесь дело в том, что все взаимозаменяемые средства, поэтому можно использовать, например, даже если не закончил что-то одно, уже добавлять новые средства. Крем для глаз просто невероятный, для кожи вокруг глаз. И дневной крем для лица с SPF 35. Очень нежный, классный крем, который позволяет увлажнить классно кожу, дать ей питание и подготовить ее к длинному рабочему дню. Серии у нас разные, под разные задачи. Есть для молодой кожи, для взрослой, против пигментации. Есть дополнительные продукты, такие как, например, гель против воспалений, эмульсия для лица против воспаления. Прикольная повязка для того, чтобы умываться и волосы не мешали. Есть также обновляющий пилинг, он будет в таком большом флаконе. Такой вот огромный пилинг, его наносим на 20 минут после очищения на ночь, смываем и наносим уже ночной крем. Есть мультифункциональный защитный крем с SPF 50. Кстати, есть у нас серия Mint and Mood, это серия масел, которые влияют на нашу эмоцию. Можно заказывать по 5 миллилитров отдельные флакончики, можно заказывать отдельные вот такие вот уже, как сказать, с роликами, уже смешанные, которые можно сразу использовать и на кожу наносить, вот так вот, да, растирать. Они очень круто работают на нашу эмоцию. Я на себе все проверила и хочу сказать, что этот продукт очень важен в семье. Например, релакс у меня каждый день используется на ночь. Когда у меня нет энергии, я беру энергию. Или мне нужна смелость перед выступлением, я беру уверенность. А дочке я подарила баланс. Ей очень нравится и, по-моему, ей очень подходит. Далее, серия «Королевский бархат». Она у нас рассчитана для девушек 40+. И желательно, чтобы это была кожа сухая или склонная к сухости, то есть нормальная, склонная к сухости кожа. Здесь у нас есть подтягивающая кремовая маска для лица, классная маска, она действительно очень эффективная. Интенсивный разглаживающий крем-бальзам, два крема день-ночь и крем для кожи вокруг глаз. И очень адекватные цены на эту продукцию, она эффективная, она очень приятная, даже по дизайну она классная. Серия Optimals, настолько она обновилась и стала еще лучше, чем была раньше. Потрясающая мицеллярная вода, которой можно снимать макияж с кожи вокруг глаз. У нас уже заканчивается первый флакончик.
У нас есть вот такое средство мультифункциональное для очищения кожи. Его можно использовать как скраб и как маску. Удобная крышечка откидная и средство, кстати, надо почистить. Средство очень удобное и не сушит кожу. Это для меня тоже было очень важно попробовать. Есть несколько разных серий, но вот очищение и тоник мы подбираем по своему настроению, потому что вы, например, к серии для сухой кожи вы возьмете, например, какой-то с фруктовыми кислотами можете взять, да, средство для очищения. Смотрите, здесь написано, для какой кожи лучше применять, как применять. То есть вы подбираете по своим индивидуальным особенностям. Есть также сыворотка, крем дневной, ночной. Кстати, вот дневной у меня только закончился недавно, такой крутой крем. Ночной прям остался сегодня на один раз, и я открою экологен. Вот он у меня, кстати. Да, забыла, что я взяла баночку. Видите, у меня там прям капелька осталась. Сегодня я использую, отправлю в пустые баночки. Кстати, очень долго я им пользовалась. Все лето у меня был этот крем. Далее есть шикарный крем для кожи вокруг глаз. И он здорово снимает отечность. И взгляд выглядит свежим за счет того, что он еще работает с темными кругами под глазами. Отличный крем. И у него тоже очень приятная ценовая политика. Нас ждет новинка, тканевая маска в серии Optimus. Я почитала, какой у нее состав, вот, ну, реально на уровне Novage. Это что-то с чем-то. Посмотрите, здесь все написано, я не буду повторяться, я думаю, что вы каталог и сами можете прочитать, но лучше, как говорится, один раз попробовать, чем 100 раз послушать. Далее есть маски для лица Detox. Детокс — это значит, вы сначала нанесете горячую, которая согреет кожу, а потом холодную, она охладит и завершит работу. То есть одну нанесли, подержали 5 минут, смыли, вторую нанесли. То есть четко смотрите, сколько нужно держать, потому что там на обороте будет написано время, я могу ошибаться. Кстати, вот здесь написано, нет, вот здесь написано, что 15 минут, по-моему, вот это на 5 минут, а эту на 10, а всего 15, все правильно. Далее скраб, очищающая маска для лица, тоже двойная, то есть вы сначала скрабируете, потом наносите маску. Можно 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялись прыщи. Серия Pureskin, она в принципе направлена на молодую кожу, которая переживает этот стресс, появляются воспаления, прыщики, черные точки и так далее. И чтобы наше молодое поколение не страдало, есть вот такая классная серия. Есть у нас еще серия Essentials, которая помогает напитать, увлажнить кожу, то есть она такая мягкая, отлично подходит для всех возрастов и для всех типов кожи, даже включая чувствительную. В эту серию входит средство 3-в-1 очищающее, большой крем для лица и тела, отдельный крем для лица и бальзамчик увлажняющий. Так, здесь мы всегда смотрим, что есть со скидками. И, конечно же, есть вот такая классная лопаточка для нанесения масок. И я, конечно, ее очень люблю, потому что она удобная. Она силиконовая, легко скользит по коже, и ей можно распределить быстро маски, чтобы они легли ровненьким слоем. У нас будет новинка. Смотрите, что нас ждет. Новый аромат Divine Exclusive. Я очень хочу попробовать. У меня просто вообще прямо слюнки текут, потому что предыдущий Divine тоже красный. Мы все его помним, и он, и все его ждут. Но что мне понравилось, что здесь есть в составе земляника, пачули и какой-то аккорд сияния звезд, я не знаю, что это. Я так понимаю, что аромат будет новый, но возможно он будет тоже таким же сексуальным, насыщенным и ярким, как предыдущий. Ну, по крайней мере, дизайн у него точно очень крутой. Следующий аромат, о котором я тоже не могу не сказать, потому что этот аромат очень красив по дизайну, во-первых. Во-вторых, это что-то вообще, нечто крутое на уровне люкса. И по дизайну, когда кто-то видит этот флакон, все сразу говорят: вау, это Oriflame. А что, у Oriflame вообще потрясающие флаконы. Ай, как он вкусно пахнет, я по нему соскучилась. Пожалуй, сейчас начну им пользоваться, потому что уже прохладная погода, ушла жара. В жару, конечно, он был слишком тяжел для жары, а вот на зиму, на холодную осень, он просто потрясающий.
Есть также к нему напарник, эти два аромата можно миксовать друг с другом или использовать по отдельности. Здесь больше как бы белоцветочный с жасмином, если здесь вот такой вот ваниль преобладает, малина, но я больше слышу ваниль все-таки, такой восточный аромат, то этот добавит ему какую-то звонкую ноту жасмин, потому что такого жасмина я ни разу нигде не пробовала. Потрясающий Экла Femme Weekend, такой шлейфный, фруктово-цветочный аромат, очень вкусный. Потрясающий Экла Мадемуазель, но он у меня ассоциируется только с весной, я его не ношу осенью, зимой, он у меня весенний-весенний, когда начинает эта звонкая капель. Шикарное предложение на серии Women's Collection, всего 499 рублей при покупке двух, ароматы шикарные. Серия Feel Good, 4 аромата на разное тоже настроение, можете подбирать себе какой вы хотите, очень доступные цены на эти ароматы, и они легкие, они очень легкие, вы видите, средняя концентрация, то есть 3 часа и вы их уже нужно будет обновить, потому что они улетучатся. Все ароматы тестируйте через пробники, потому что они прекрасные, и вы их ощутите в полной силу, в полной мере, когда вы их подегустируете. Великолепный аромат мужской Ascendant Intense, в таком красивом дизайне, такой сначала звонкие какие-то ноты, кажется, свежесть, а потом он становится таким теплым, мягким, брутальным, просто кайфовый аромат. И аналогичный аромат Экла Ом, тоже мужской, нежный, влекущий, сексуальный аромат, такой прям вау, мужчина, ну вот просто вот такой мужчина в этом аромате. Так что выбирайте, влюбляйтесь. Кстати, очень люблю Excite Force, очень люблю Excite Belan. Глейшеры, потрясающие ароматы, всего по 599 рублей, 100 миллилитров, 100 миллилитров такого чуда. Мужская серия, разнообразные дезодоранты, антиперспиранты и мыло. Кстати, у меня Михаил сейчас умывается таким белым мылом, и он действительно доволен, и очень классно, с 99 рублей, такое шикарное очищение, мягкое, комфортное. Мыло скраб, конечно, уже у нас идет для тела больше, и мыло с охлаждающим эффектом тоже можно и для лица в жару, и для тела. Потрясающий аппарат Skin Pro Sonic 3 в одном, но я взяла только одну насадку, потому что я только ей пользуюсь в основном. Это массажная насадка, они легко меняются, вы любую возьмете, потом также вставите. Идут вибрации, мощные вибрации, более 12 тысяч вибраций в минуту. За счет этого очень сильно расслабляется кожа, и она становится такая вот, как будто мышцы, зажимы все отпускаются, спазмы отпускаются, лицо становится мягким, молодым, разглаживаются заломы, мимические морщины. Просто наносите или по маслу делаете, или крем, я обычно крем наношу, сыворотку, крем, и тут же делаю массаж. Во-первых, крем лучше, глубже впитывается, и идет это скольжение, и кожа просто становится нереальной. Вот, кстати, эта серия для мужчин наших любимых, это энергосыворотка. А что здесь за выгодное предложение? Кстати, смотрите, здорово появились коды пробников везде. Не знаю, тальки, у меня есть тальк, вот, мало им пользовалась в этом году, мало гуляла, была жуткая жара. Мы купаемся, промакиваем кожу полотенцем, не вытираемся насухо и посыпаемся тальком. То есть мы его наносим на кожу, и сначала мы белые несколько минут, а потом тальк уходит. И он отлично помогает вот сохранить вот эту свежесть, гладкость кожи, чтобы не выделялся так активно пот, чтобы было комфортно. Серия Feminelle. Это гели для интимной гигиены, у меня как раз в руках защитный гель, сейчас им пользуемся, где-то меньше полфлакона уже. Классный гель, который позволяет сохранить комфорт, увлажненность, приятный аромат на коже. Это для ухода за кожей. Далее у нас есть дезодоранты, как спреи, кремовые и шариковые, на любой вкус, отлично справляются со своими задачами. Маска для волос мед и молоко, такая большая банка 250 миллилитров, она у меня еще запечатанная, то есть я все время делаю запас масок
Вот так вот мы если откроем, то о, он же легко открылся. Вы увидите, что здесь потрясающая, густая, ароматная маска, которая напитает волосы. Она даст вам полноценный, отличный уход, и ваши волосы будут выглядеть мягче. Блеск появится, уйдет сухость. У кого сухие кончики, то вам просто эта серия, да вообще сухие волосы, вам эта серия просто пойдет на ура. Потому что здесь у нас еще есть шампунь, приятная такая форма, обтекаемая, и кондиционер. Конечно, я рекомендую всю серию, она очень приятная, и кто пробует, ее любит. Но если у вас волосы жирные, то, скорее всего, вы не останетесь довольны, поэтому пролистните эту страничку. А сейчас мы посмотрим гели для душа разнообразные. Есть мусс для душа, есть специальные такие средства для купания, для душа, жидкое мыло. Кстати, вот это средство мы используем как просто помыть руки, также и купаться. Оно на 95% натуральное, Butanicals, и содержит экстракт жимолости, что придает такой вкусный аромат. Ну, надышаться невозможно, насколько это вкусно. Очень люблю серию Essence Co., потому что здесь тоже натуральные эфирные масла, такой классный уход, такие живые ароматы. Вот реально как будто разрезали лимон и положили его рядом со мной, и вот так чуть-чуть нажали, и брызги пошли, и я уже просто захлебываюсь слюнями. Для наших самых маленьких разнообразные продукты есть, кстати, ароматы, шампунь, гели, мыло. Есть для самых малышей, новорожденных средства. Смотрите, выгодно брать три продукта, тогда скидка будет больше. Любые три. Тут могут быть и шампуни, и под памперсы, и уходовые средства. Зубная паста и щеточка. У нас потрясающая новая щетка. Вот ее тут плохо показали, но тут внутри силикончик такой вот по кругу вокруг щетинок, и он делает классный массаж десен. А щеточка вот эта средней жесткости, она достаточно жесткая, прям сильно жесткая. Есть у нас еще мягкая, но ее здесь, по-моему, не представлено в каталоге. Вот она мне больше подошла, а Миша как раз взял себе вот такую щеточку. Для деток обязательно отдельная на присосках. Очень классная щетка и зубная паста с клубничкой, такая позитивная. Потому что бывает, что детей трудно приучить чистить зубы. Поэтому мы им покупаем все самое такое веселенькое, позитивное, чтобы они с удовольствием бежали в ванну. Для волос обновленная серия Элио и три новые масла. Я сейчас использую ночное восстанавливающее масло Эликсир. Я скажу вам, что оно бомбическое. Оно абсолютно отличается от предыдущего масла и по консистенции, и по аромату. То есть оно какое-то более легкое, такое гладенькое, невесомое, классно впитывается в волосы, приятно пахнет. Кстати, аромат предыдущего масла мне больше нравился, чем это, но по качеству это масло мне нравится больше. Оно отлично питает волосы, они становятся такие прям ухоженные, живые. Но знаете, что я заметила в этом каталоге? Тут незаметненько так лежит расческа для распутывания волос. И вот ее я закажу тоже обязательно. Так, следующая страничка — это краска для волос. Моя любимая краска. Часто спрашивают, какой у меня оттенок. Это 9.0. 9.0. И я эту краску очень люблю, потому что ей просто и легко покрасить волосы дома за счет того, что здесь есть классная упаковка. Смотрите, я открываю крышечку, выдавливаю полностью все содержимое тюбика в окислитель, закрываю, вот так все взбиваю, отламываю вот этот носик и начинаю распределять по рядочкам по коже головы. Здесь, кстати, есть перчатки внутри, инструкция. Потом я держу краску 35 минут, смываю и наношу маску на 2-3 минуты. Волосы просто становятся абсолютно живые, блестящие, красивые. В этой краске вот есть все необходимое для волос, чтобы они были вот классные. То есть она не портит волосы однозначно. Так, и кстати, у нас идет шампунь в подарок. То есть, например, вы купили краску, укажите код любого шампуня, например, против выпадения волос, и он вам придет абсолютно бесплатно.
Здорово, мне кажется, очень классное предложение. Тогда получается, это выгодно. Сначала мне показалась цена высокая, ну а сейчас я увидела, что здесь акции, и я понимаю, да, это очень выгодно. У нас есть для причесок классное колечко, кстати, давно им не пользовалась. Шикарная вот такая щетка, я ей пользуюсь для сушки волос, она просто незаменимая. Вот она верхняя. Тут разные варианты есть: укладочные, блески, спреи, блески и лак для волос. Крема для рук есть, малыш 30 миллилитров, есть XL объем, XXL 150, очень питательные классные крема. Есть серия пряный цитрус с невероятно зимним ароматом, у меня ассоциация с Новым годом, чудесное мыло, обязательно закажите, попробуйте, вы влюбитесь в эти продукты, как люблю их я. Серия Love Nature, настолько разнообразный ассортимент, я просто горжусь этой серией. У меня сейчас вот идет в ходу шампунь с кокосом и пшеницей для сухих волос, он классный, смотрите, гигант какой, XXL 349 рублей, а если маленький 250 миллилитров, то 199 рублей. Мне кажется, 500 миллилитров однозначно выгоднее брать, потому что, ну, цену вы видите, 51 рубль разница, 52 даже, поэтому это классно. Очень густые, концентрированные. Есть и кондиционеры в этой серии, тоже обратите внимание, здесь представлен кондиционер, здесь два в одном. Есть у нас потрясающие масла, которые можно использовать и для волос, и для тела, и в ванну, и ванночку, например, маникюр, педикюр делаете, можно набрать это масло, можно сделать массаж с этим маслом. А для волос есть еще отдельное такое масло для сухих волос, его нужно положить в стаканчик с горячей водой, помыть волосы, промокнуть их, отломить вот этот кончик, распределить горяченько, быстренько по волосам, сделать, завернуть все, хотя здесь написано, что не держать долго, где-то я читала, давайте посмотрим. А, вот, оберни голову полотенцем и через 30-40 минут, да, подержать долго, как маску для волос сделать, и потом смыть шампунем. Есть у нас такие маски, потрясающе вкусные маски. Так, давайте их разложим, как они тут лежат. Смотрите, вот они, оригиналы. Такой маски мне хватает на два раза. Что они делают? Ну, это просто магия какая-то, они маски. Во-первых, этот аромат, он сводит с ума. Настолько натуральный вот этот банан, манго. Авокадо, конечно, не так вкусно пахнет. Ну, сам по себе фрукт такой не ароматный. А вот эти продукты просто бомбические. И потом еще хочу сказать, что такое ощущение, что у меня волосы как будто вот оживляются после этих масок. Попробуйте, это просто класс. 69 рублей. Делите на два раза, по-моему, очень доступно. Для ухода за лицом, кстати, губка классная, вот это для чищения. Только ей я могу смыть маски с глины, вот такие вот, которые подсушивающиеся. Шикарная серия с абрикосом и апельсином. Серия с кокосом и алоэ для нормальной кожи, для комбинированной подойдет. Есть у нас отдельная серия, маленькие флакончики с огурцом. Но здесь у нас скраб, маска и гель для лица увлажняющий. Вот для молодой кожи просто блеск, супер. А особенно маску я люблю, даже сама пользуюсь, она классно осветляет кожу и очищает ее. Есть у нас маски, прям маска-марафон можно устраивать. Маски такие в виде вкусняшек, иногда продают такие сливки, джемы, мед вот в таких вот упаковочках. А здесь маска, тоже разнообразный ассортимент. Есть у нас серия для душа, гель для душа, мыло Love Nature потрясающее, крем, кстати, это крем необычный, он крем-йогурт, вот он у меня закончился, по-моему, или есть еще чуть-чуть, не помню, а вот такой вот скраб-джем, я его прям экономлю, если честно, но у меня на самом деле открыто сейчас несколько скрабов, поэтому я пользуюсь разными. Но скажите, вот не отличишь от варенья, если бы мне поставили на стол, дали ложку, я бы его начала есть, там прям видно зернышки ягод, видите, миленькие лесные ягодки, это чудо. Вот возьмите, насладитесь им от души, вы вспомните лето, вас сразу перенесет в лето, в это удовольствие. Малинка тоже, кстати, здесь есть лосьон для тела, как в серии кокосовая вода и дыня, обожаю этот аромат. Жалко, здесь нет вот ароматических страничек, если бы вы ее потерли, эту страничку, вы бы сразу заказали себе всю эту серию. Для ног, все для удовольствия наших ножек. Пилка двухсторонняя
скраб обязательно нужен, тальк дезодорирующий. Сейчас вот начнется осень, зима, многие на работе сидят в зимней обуви, да, с ума же можно сойти, или на учебе. Обязательно тальк нанесите, чтобы у вас ноги не потели так сильно, да, не страдали. Потом есть ночной крем увлажняющий, освежающий крем для ног. Кстати, освежающий он больше подходит, мне кажется, все-таки на лето. И освежающий спрей-дезодорант, им я пользуюсь круглый год, потому что без него уже даже не представляю, как можно жить. Гиганты по 400 мл гели для душа серии Discover. Эта серия классная, ароматные, густые, вкусные гели, мочалка в тон в голубом цвете, чтобы взбить пену, потрясающие смягчающие средства, такие маленькие в баночке, забыла средства взять, мою сейчас любимое с мятой. Все, все, все можно мазать, все, что сохнет, все, что нужно смягчить, губы, кутикулу, пятки, колени, болячки, особенно у маленьких деток бывают болячки, то ну, незаменимое средство. Набор за 399 рублей. В набор входит маска для лица, удлиняющая тушь для ресниц On Color и вот такой спрей цветочно-восточный, гурманский такой вкусненький спрей, я его люблю после душа распылять и входить в это облако, такой сексуальный красивый аромат прям вот на ночь, такой легкий, невесомый, очень-очень классный. Хорошее, кстати, предложение по цене, выходит очень даже дешево. И последняя страничка, это будет лимитированная серия мед и молоко. Вот такой будет большой флакон, жидкое мыло для рук, густой, смотрите какой продукт, густота, вкусный аромат. Будет мыло в красивой упаковке, кстати, мне кажется, прям можно уже к Новому году готовиться и покупать это мыло на подарки по 89 рублей. Такая прелесть. И крем для рук и тела, бочонок и цены. Мне очень нравятся здесь цены. Всего 249 рублей. Это отличная цена. Просто нереальная. Слушайте, какой классный каталог. Кто был со мной до конца? Вы просто молодцы. Я вам желаю успехов. Я знаю, что в этом каталоге у вас заказы увеличатся однозначно. Потому что вы сейчас вооружены. Вы знаете, что говорить. Вы все знаете о продукции. И, конечно, у вас останется только одно делать, говорить, рассказывать всем и максимально все давать пробовать, чтобы люди почувствовали, какая у нас классная, крутая продукция. Я вам желаю успехов, и если вам видео было полезное, ставьте лайк, буду вам очень благодарна за обратную связь. И напишите в комментариях, какие у вас любимые продукты. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!